Всем привет! У нас туманное утро, 17 апреля, 12 градусов, на улице довольно-таки свежо, потому что солнышка нету. Вот, в общем, сегодня вообще все в тумане. 3 часа дня, 17 градусов, на улице тепло, выглядывает солнышко, пригревает, немного разошлись наши тучки. Небольшая еще дымка есть, но тумана уже нету, на улице уже хорошо, тепло. Самое время, чтобы погулять. 9:30 вечера. Частенько я забываю вечером заснять, потому что отвлекаю дела. Но вот пока еще не прям очень темно. Вот так вот выглядит 9:30, 13 градусов. На улице довольно-таки свежо. И вот такая, в общем, у нас сегодня погодка. К вечеру снова стало хмуро. Пишите, какая погодка у вас. И всем пока-пока!